Здравствуйте! В эфире программа «Место происшествия». Каждый день я и мои коллеги рассказываем вам о главных происшествиях области и города. В студии Татьяна Караханова. Смотрите в нашем выпуске. Вот гидрант, берите! В итоге у нас полностью сгорает дом. И теперь я не могу доказать никому правды. Выгорает Холмогоровка. Кому выгодны массовые поджоги в поселке? Сгорел заживо в чужом автомобиле. Полиция устанавливает причину поджога. Вот, нашли его в реке под Славянском. Все при нем. Второй труп за две недели. В реке обнаружили тело пропавшего Евгения Мельника. Он ее об дверь нашу стукает. Мне кажется, вот отсюда они. Бьет, значит, любит. Семейные ссоры в Калининграде. Что творится в калининградских пригородах? В тихих поселках один за одним горят дома и автомобили. Странная история произошла в марте прошлого года в Холмогоровке. Место, известное всем своими крупными тыквами у дороги, прославилось не менее крупными пожарами. 8 марта героиня нашего сюжета с мужем отдыхали на косе. Экстренно приехав домой по звонку соседей, они застали машину и часть дома в огне. Неделю назад в поселке снова начались возгорания. Разобраться в ситуации попыталась моя коллега Ирина Минякова. Соседи первыми заметили горящую под навесом Тойоту и вызвали МЧС. Пожарные приехали, но только через 40 минут и почти без воды. Они возвращались с другого пожара, а после заехали сюда. Соседи стали показывать близлежащие водоемы, где можно было взять воду. У Татьяны есть свой пруд, да и гидрант совсем недалеко. Однако пожарные тогда почему-то медлили. Поначалу житель вот Бондарев Валера им кричал: «Вот гидрант, берите!» 2 часа ночи они свалили на то, что людей оставят без воды поселок. 2 часа ночи нам нужна на вода, нам не надо. После пожар перекинулся на крышу, и тогда дом загорелся полностью. Пожарные стали бить стекла в окнах и дверях, хотя проникнуть внутрь было невозможно. Двери были кованые. Тогда спасатели стали вместе со всеми смотреть на огонь. Внутри все как сполыхнуло, и все это было зрелище, не то слово. И, конечно, некоторые пожарные стали и фотографировались на фоне этого огня. Такие действия сотрудников МЧС возмутили хозяйку сгоревшего дома, и она решила найти виновных в потере жилья. Вот уже почти год, как идет следствие, и пока оно не сдвинулось с мертвой точки. Пожарные говорят, что они действовали строго по инструкции. Татьяна уже не устраивает такой ответ. Женщина все это время доказывает, что именно из-за халатности пожарных она лишилась жилища. В итоге у нас полностью сгорает дом, и теперь я не могу доказать никому правды. Вернее, как я пытаюсь ее доказать, но Следственный комитет города Светлогорска, Светлогорский следственный комитет, всячески это дело оттягивает. В начале марта через дорогу от заполученного дома неизвестные подожгли 124-й «Мерседес». Но аппетиты поджигателей растут, и уже через неделю после этого сгорели еще 2 машины. Ни одна из авто не была застрахована. А это значит, что финансовой выгоды сжигать собственные автомобили нет. Все машины горят около даты 8 марта. По предположениям местных жителей, кто-то таким варварским методом отмечает Международный женский день. 9 марта этого года произошло подобное происшествие на другой стороне поселка. У хозяев этого дома подожгли сразу 2 автомобиля. Очевидцы видели, как неизвестные перелезли через забор и облили чем-то машину. Теперь останки этих автомобилей увозят на свалку. Ирина Минякова, Ирина Слуцкер. Специально для места происшествия. И в продолжение темы «Не пережил эту ночь» в Калининграде в микроавтобусе заживо сгорел человек. Сейчас выясняется личность погибшего и причины ночного возгорания. Происшествие случилось ночью на пересечении улиц Ломоносова и Борзова. Неожиданно загорелся припаркованный возле дома микроавтобус «Фиат». Жильцы незамедлительно вызвали пожарных. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили в салоне автомобиля обгоревший труп неизвестного мужчины. По предварительной версии, погибший не был владельцем «Фиата», а просто вскрыл замок и забрался в микроавтобус. Личность мужчины и причины пожара сейчас устанавливаются. Евгения Мельника нашли мертвым. Напомню, молодой человек пропал в январе этого года. Он не вернулся из ночного клуба в Гвардейске. 800 человек все это время искали Женю, но накануне поступила информация, что его обнаружили мертвым в реке Рыбаки. Давайте с самого начала вспомним эту трагическую историю.
В тот вечер в ночной клуб «Гвардейский» друзья пришли вместе. Евгений Мельник сказал, что выйдет и вернется через 10 минут. Но никаких известий от него так и не поступило. Родственники, друзья и близкие организовали настоящую поисковую бригаду. Через минут 40 был звонок ему на телефон от его друга, который вместе с ним же отдыхал в этом ночном заведении, с вопросом, где он. Тот ответил, что пошел домой, все со мной будет нормально, никуда я не денусь. И все. То есть последний звонок был зафиксирован в 5:58. Разговор был с матерью о том, что он якобы недалеко от дома, скоро будет. Уже известно, что во время звонка маме Евгений говорил неправду. Недалеко от дома родители. Это в Чкаловске, а по данным сотового оператора, звонок был сделан из Гвардейска, что в 60 километрах. Поиски решили начать именно здесь. Гвардейск поделили на 6 условных частей. Переписав свои имена и телефоны в один список и разобрав фонарики, 80 человек начали прочесывать подвалы, канализационные люки, заброшенные дома и водоемы. Обо всех подозрительных находках сообщалось в штаб поисковой компании. 11 апреля поздно вечером поступила новая информация. Семью и друзей Евгения она привела в состояние шока. Молодого человека обнаружили мертвым в одном из водоемов области. Вот, нашли его в реке под Славянском. Как бы все при нем. Документы был, при нем студенческий билет, телефон, часы, перстень. То есть ничего с него не взяли. Следов насильственной смерти на теле по первичному осмотру не обнаружили. 13 апреля патологоанатомы проведут вскрытие. Только тогда станет ясно, от чего конкретно погиб молодой человек. Друзья и близкие до сих пор не могут понять, как Женя оказался в воде. Напомним, на прошлой неделе нашли тело другого пропавшего, Вячеслава Косолапова. Он исчез новогоднюю ночь в поселке Озерки. Его тело тоже нашли в воде без признаков насильственной смерти. Татьяна Караханова, Дмитрий Сметанин. Специально для места происшествия. От побоев в Калининграде страдают женщины. На улице Захарова в подъезде одного из домов произошла серьезная драка. Соседи испугались криков и вызвали полицию. Подробнее в следующем сюжете. Вот они бились вот здесь вот. Не знаю, не муж жену или кто тут. Он ее об дверь нашу стукает. Мне кажется, вот отсюда они. Она тут орала, как сумасшедшая. Спасите, помогите, об дверь стукалась. Соседка с первого этажа испугалась не на шутку. Женщину, что живет рядом в подъезде, среди бела дня сильно избивал незнакомый мужчина. Когда полиция приехала на место, в квартире дамы уже не было. Вот ее обидчик спокойно сидел и распивал спиртное. Нет, я просто в гости пришел, она выпившая, та вторая вообще хуже дура. И куда они пошли? Откуда я знаю? Я же не дурак, что с ними. По словам уроженца Армении, его знакомая напилась и начала дебоширить, а он просто пытался ее успокоить. Мужчины проверили документы, и оказалось, его регистрация давно закончилась. За это он должен выплатить штраф в размере 2000 рублей. А чтобы он понес наказание за побои, сбежавшая потерпевшая должна написать заявление. Татьяна Караханова, Максим Корнейчук. Специально для места происшествия. Нападение на сотрудника полиции. В Калининграде мужчина срезал фонари со светодиодных деревьев. Когда его доставили в дежурную часть, мужчина оказал сопротивление. В руках у него оказался нож. Есть пострадавшие. Свитер коричневый, черная куртка. К сотрудникам патрульно-постовой службы на улице Багратиона подбежали дети и пожаловались на мужчину. Он срезал фонари со светодиодных деревьев в парке около Дома искусств. Когда хулигана доставили в отделение полиции, оказалось, что у него при себе есть нож. В дежурной части правонарушитель начал оказывать неповиновение, и когда дежурный вмешался, пытался утихомирить этого правонарушителя, гражданина. Вот, гражданин, имеющийся при нем ножом, ударил оперативного дежурного в грудь. Другие сотрудники вовремя подоспели и выбили оружие из рук. Ранение было непроникающим. Госпитализация пострадавшему не понадобилась. В отношении нападающего в настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения на сотрудника полиции. Если вину докажут, то мужчина может угодить в тюрьму пожизненно. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Если именно вы стали свидетелем какого-либо происшествия или сами попали в беду, звоните в нашу редакцию по телефону 91-94-04 или пишите на наш электронный адрес канал1@mail.ru. Напоминаю, проект «Место происшествия» выходит ежедневно с понедельника по четверг в 19:20 перед службой новостей «Город» и итоговый выпуск в пятницу в 19:15. С вами была Татьяна Караханова. Берегите себя и своих близких.